Сегодня 13 ноября 2020 года. Кизил сорта Семен. Урожай с него я показывал. Ветки ломились от урожая. Здесь у меня пригнута была горизонтальная ветка. Горизонтально пригнутая ветка для получения отводков. Три сезона подряд укоренялись здесь горизонтальные отводки. Вот выросли они сейчас больше метра. Сейчас я их буду выкапывать. Когда выкопаем, посмотрим, что здесь получится. Первоначально я хотел их пригинать еще раз на получение горизонтальных отводков сюда, вот в эту сторону, ну, чтобы получить уже отводки вот с этих вот почек. Но решил этого не делать по многим причинам. В общем, выкапываем и смотрим. Да, еще сажаю сейчас чеснок по периметру. И вот он, урожай топинамбура, который рос вот рядом с приствольным кругом. Вот насколько разрослась корневая. Это промежуточный этап. Очень сильно мочковая система. Вот видите, корневая. Поэтому всю эту длинную ветку извлечь, чтобы показать на ней все эти побеги, я не смогу, потому что потеряю много корней. Моя цель сейчас сохранить как можно больше корней и сохранить как можно больше земли, которая к этим корням как бы налипла. Поэтому я сейчас буду отделять по одному отводку. Вот здесь вот буду отрезать от побега и отставлять в сторонку. Ну, начну показ от простого к сложному. Это вот отводки были самые ближние к стволу дерева. Они были очень кучно друг от друга. Поэтому вот такая, ну, относительно небольшая корневая система, хотя в принципе неплохая. За 3 года. А вот корневуха у растений, которые были, ну, более просторно расположены. Вот я прямо с комом земли их перенес и буду пересаживать. Вот рейка, я ее на 5 сантиметров воткнул в землю, ну, чтобы она просто стояла так. Вот высота, ну, почти 1,55 м. Вот за 3 года 1,50 м. Причем по разному цвету коры можно четко видеть приросты. Вот до сюда он вырос. Первый год. Вот, движемся. Вот второй год. Заметим, рейка здесь на высоте 70-75 сантиметров. Ну и, соответственно, 1,55 м высшая точка. То есть за третий год он вырос больше всего, на 80 сантиметров. Вот это все молодой прирост. Причем я выращивал все это в один ствол. Я не, ну, не допускал боковых веток, иначе бы здесь елка была, убирал здесь все. Вот следующий, такой же с комом земли. Я их прямо на лопате буду переносить. Вот тоже монстр большой. У кизила очень нежная мочка, мочковатая корневая система. Она, ну, ее тяжело при выкопке сохранить, очень тяжело. Так, и вот еще один последний. Ну, вот так вот это выглядит. Не буду поднимать, потому что когда буду переносить, я сразу буду подставлять под него лопату, чтобы именно с этим комом земли перенести его и посадить. Ну и вот для контраста я вам покажу саженцы трехлетки, которые я отправляю. Но это привитые саженцы кизила сорта Семен. Вот место прививки. Ну и посмотрите, корневая. Поэтому, ну, вы можете себе представить, сколько корней теряется при выкопке. Поэтому в первые 2 года кизил, ну, достаточно слабо растет. Он приживается, восстанавливает свою корневую систему. Вот такие вот я отправляю. Ну, для контраста, вот у меня стандартный саженец фундука сорта Трапезунд. Но он, конечно, приживается получше, чем кизил, в разы получше. Вот орех Трапезунда считается одним из самых крупных орехов среди всех фундуков культурных. Ну, ради чего я задумал все это вот дело тяжелое, трехлетнее. Я хочу сделать такой небольшой себе маточник вегетативных отводков кизила сорта Семен. Дело это долгое, неблагодарное. Конечно, прививать это гораздо быстрее, хотя и саженец получается вот такой вот привитый за 5-6 лет.
Но вот есть такое поверье, что получать вегетативный отводок от отводка, который в свою очередь был получен вегетативным путем, уже будет легче. Вот эти отводки я получал как? Вот видите, снизу растет ветка выше прививки, пригинается она и укореняется 3 года. Ну вот мой образцово-показательный кизил сорта Семен, 20 килограмм на 9-й год. С него я собираю задокументированный факт. Вот 1 год здесь укореняется пригнутая ветка. Вот однолетние приросты. Примерно та же тенденция, вот за первый год самый высокий дорост, ну где-то здесь сантиметров 40, но вот эти поменьше. Вот. 3 года они здесь будут укореняться. Вот до сих пор я показываю, висит кизил. Спилейший, вот так он легко отрывается, он уже мягкий, очень вкусный. Вот урожай с этого дерева можно собирать в течение 1,5 месяцев. Насколько это все продвинуто. Почему? Потому что кизил Семен, в отличие от многих других сортов кизила, когда он поспевает, он висит. Опадает он очень слабо. Но это уже морозы у нас тут бывают. А так он висит великолепно. Напомню, что я отправляю саженцы фундука сорта Трапезунд и кизила сорта Семен. Два великолепных крымских сорта. Отправляю по России, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Вот сейчас открылись поставки на Украину. Пожалуйста, обращайтесь, кому надо будет. На Украину я отправляю напрямую от 50 штук. В розницу можно взять у Александра Старчака. Ну, на фоне этой трехлетки Трапезунда я с вами прощаюсь. Добра и мира. Привет из Крыма.